Здравствуйте! С вами Андрей Барсуков, автор и основатель блога «Осознанное лидерство». Я предприниматель, бизнес-тренер. Я занимаюсь тем, что обучаю людей, помогаю улучшить им жизнь здесь, на Украине, на территории России, в условиях нынешней экономической ситуации. Я являюсь экспертом в области лидерства и командообразования. Моими учителями были такие известные и очень продуктивные, очень эффективные лидеры в своем деле, как Брайан Трейси, Энтони Робинс. Я обучался в московском мини-MBA, закончил Американский институт корпоративного обучения, а также являюсь сертифицированным тренером IPS. И сегодня я расскажу вам о таком бизнес-тренажере, который я использую в своих тренингах. Он называется «Крысиные бега». Это наш украинский аналог известной американской игры «Cash Flow» – «Денежный поток». Эта игра была создана специально для того, чтобы можно было эффективно и продуктивно использовать ее в качестве обучающего материала, обучающего тренинга здесь, на территории Украины, на территории России, в наших экономических реалиях. И именно для того, чтобы у играющих, после того, как они на следующий день вышли в этот реальный мир, были четкие инструменты и понимание, как полученные знания они могут применить в реальной жизни. Сегодня в нескольких коротких видео я расскажу вам о том, как устроена эта игра, какие у нее правила и что вам необходимо знать, прежде чем садиться за игровой стол. В этой игре есть ограничения по времени, так же как в нашей реальной жизни. Поэтому смотрите следующие видео, разбирайтесь с правилами игры и увидимся за игровым столом.